В управлении Росгвардии по Приморскому краю состоялось торжественное чествование сотрудников и военнослужащих, которые отличились в ходе проведения специальной военной операции. Им вручили государственные и ведомственные награды. Выразить благодарность героям прибыли представители таможенных органов Владивостока. Гости организовали концертную программу. Также перед росгвардейцами выступили коллективы специальной школы для слабослышащих детей, социально-реабилитационного центра «Парус надежды» и другие. Со словами признательности к участникам боевых действий обратилась председатель Совета почетных граждан Приморского края Светлана Морозова. Вы знаете, я просто не устаю восхищаться, потому что вы люди особой какой-то закалки, что ли. Это особая какая-то смелость, мужество. Вы же делаете святое дело, потому что вы на Донбассе возвращаете детство детям, которые так долго и много не видели счастливого детства. В завершении концерта воспитанники детских учреждений передали сотрудникам ОМОН, СОБР, а также военнослужащим регионального управления Росгвардии трогательные рисунки. Для тех, кто сейчас исполняет свой служебный долг, ребята подготовили письма солдату.